Уважаемые, всех рад вновь приветствовать на этом канале. Саша Сумской, как всегда, по возможности на связи. Подъехало очередное коротенькое видео, обновился немного по оборудованию для стройки. Давайте понаблюдаем, что пришлось докупить. Так, в общем, что, ребята, такая вот обновочка. Давайте посмотрим. Так, батарейка Makita шестерка, новенькая. Это у нас Multi-Tools. Резать нам там много сейчас не надо настройки, да, поэтому я взял такой простенький. Там буквально чуть-чуть надо подрезать порты, поэтому такой вот Multi-Tools. Да. Скоростя, кстати, есть даже, видите, поменьше, побольше, 6 скоростей разных. В Англии этот инструмент, да, Multi-Tools называется. Как, кстати, по-нашему он называется, я не знаю, да. Если кто-то знает, напишите в комментах. Ну, такой обычный, да. Так, Multi-Tools, значит. И последнее, это лобзик. Да. Лобзик по-ихнему, по-английскому, это Jigsaw. Так, открываем, где тут открывать. Такой вот брашлес лобзик, почти 200 рублей стоит, блин, дорогой, но и хороший, да. Здесь брашлес мотор тоже, как видите, скоростя имеются, 6 скоростей, блокировка сверху, да, то есть нажал, режешь, потом через время он блокируется, да? Потом опять нажал, режешь. Такой, ребята, Makita лобзик. Ну, будем пользоваться. Так, по всем этим деловьям, значит, что у нас получилось. Сейчас бумажку эту найду. Так, по всем этим приколам, ребята, видите, вот такие цены. И с учетом еще и всех комиссий на 386 рублей, короче, третьи покупки получились. У фирмы, в которой я работаю, появились новые финансовые возможности, поэтому пришлось и мне немного докупиться, так сказать, и обновиться. В любом случае, буду я здесь работать или где-то в других фирмах, в 10-й, 20-й, 30-й, 50-й, 100-й фирме компании, да, в Лондоне, в Англии или еще где-то, данные инструменты лишними не будут, и они на любых стройках, так сказать, будут полезными. На этом этот ролик будет подходить к своему завершению. Не забывайте по возможности поддерживать канал. Пальцы вверх под видео, комментарии. Для всех новеньких по желанию подписываемся на канал и также по желанию добавляемся в соцсетях. Ссылки на мои соцсети в описании к каналу. На этом у меня все на сегодня. Всем, как всегда, спасибо за внимание. До связи в новых видео. Пока-пока.